И снова здравствуйте. Пока грузится мое видео про цветочки, извиняюсь, рушу, не могу просто. В общем, простите, короче. Я просто поверить не могла, что у кучи людей хватит времени посвятить полдня своей жизни обсуждению какого-то маленького рыга. На самом деле, там кто-то писал, что можно вырезать, да, я не пока еще не умею вырезать в середине видео одну секундочку, я умею только с концом срезать, сначала и конца, и еще я как-то записывала и приглушала, я не думала, что камера уловит этот рык на свой, в общем, на свой микрофон. Ну, ребята, честно, я с вас очень веселилась, спасибо тем, кто это серьезно воспринял, это мои вот эти эмоции, я понимаю, что да, не реагировать, в следующий раз я буду писать под замой, что в тифолетике, когда мне поднакопится, просто, блин, все-таки очень смешно. Я по себе знаю, что когда у меня копится, переполняется, ну, водолей, фиг, я записываю что-то такое, и 50% уверена, что, в смысле, знаю уже, что по вашей реакции, что будут говорить там кто-то за и кто-то против. Но столько людей на самом деле вскрылось, честно, я очень удивилась местами, а с другой стороны, меня это очень радовало. Я сейчас сидела, занималась переводом, получилось, что, ну, девчонки просто попросили, и я вместо вампира решила перевести ёжика. Делала полглавы и решила немножко размять свои мозги, почитала 100 с лишним комментариев на своем e-mail у этого пёсика, котика, как же его, писа, короче, тот, который писец, он сначала послал меня на мужской половой орган, потом, видать, удалил комментарий, написал уже что-то другое, что он отписывается. Ой, я так счастлива, меня оповестили о том, чтобы от меня отписали, что-то сказать, я даже еще не смотрела на канале, сколько у меня там вдруг отписалось, аж человек 700 где-нибудь, да, или наоборот, что-то в этом роде. В общем, ну, я прям это, почувствовала себя богом. Люди, спасибо, что потратили на меня свой, те, кто потратил на этот хак, полдня своего времени. И еще, в общем, там некоторые люди спрашивали про привет, и я точно помню, что этим людям передавала, они в-третьих или во-вторых каких-то приветах точно были. Но мне несложно, я передам еще раз, извиняюсь, что у меня листочек снова тут какой-то никакой покоцанный, там у меня была запись какая-то вообще этому листочку, наверное, лет 7 жизни, потому что интернет мне в 2009 году помогал провести один товарищ, и вот как раз заметка мне была для самой себя о том, что это случится. Считайте, 2009 года листочек, да? Яло, одна дома, привет. Соня, привет, которая тигра, кажется. Привет, привет. Аня Холкина, Анна Холкина, привет. Я тебе, правда, честно помню, передавала в каком-то другом видео, но привет еще раз. G1000, привет. Возможно, не так произнесла. ZHE1000. Фандом Гёрл, я помню, что тебе надо каждый раз передавать привет. Я его записала, даже без напоминания, и передаю тебе снова привет. Анонимусус 2 Чаябу, привет. Я единственное не поняла, Анонимус 2 Чаябу, это разные люди? Если разные, то обоим привет. Юлия Балдова, привет. Там еще какой-то мальчик все скакал с длинной фамилией, кому-то просил, точнее, передать привет, но учитывая, что он немножко по-хамски себя вел в некоторых местах, я решила, что ему пока не буду передавать привет. Потом я совершенно забыла про этого мальчика с приветом, но я забыла даже переписать эту длинную фамилию. Но на всякий случай, мальчик, если это тебе нужно было привет, то привет тебе, мальчик, у тебя канал, кажется, называется «Только конкурсы». А если это какому-то твоему другу, ну, извини, не обессудь, в следующий раз я просто перепишу на бумажку и передам привет. Вообще вот, ой. Ну, я могу вообще писать по диагонали, по горизонтали еще как-нибудь. Вообще на другой стороне будут другие приветы, уже переданные. Еще одна бумажка пойдет на сожжение в сад. Извиняюсь. Все-таки не надо было балкон держать открытым, когда вроде уже как тенечок. Так, у меня должен быть широкополосный экран, у меня ВКонтакте кто-то что-то мне написал, но я своими вот этими глазами ни хрена не вижу. Ладно, потом прочитаю, то как-то нет, неуважительно будет, сижу тут, втираю на камеру, сама пытаюсь прочитать, что мне пишут, короче. Я постараюсь в следующий раз все свои негативные эмоции выплескивать в блог Only Friend или Only Я, чисто для себя.
А, вам даже повезло, вы не знаете, что однажды мне кто-то что-то так довел на YouTube, и я записала видео, оно уже загрузилось, но я поговорила в личке с Наташей и поняла, что видео не обязательно выливать, и я его удалила. В общем, сегодня очень весело день прошел. Всем хорошего настроения, доброго здравия, клево провести время. И да, спасибо, что потратили на меня пол своего дня, на мой маленький рык. Вечно ваш Бог. Да, кстати, я считаю себя фриком. И у меня нет особого такого самомнения, как некоторые там думают. Но вы меня сегодня очень повеселили. Спасибо вам большое. До новых встреч. Пока.